Они перевели деньги. Там полная сумма. 3 миллиона. Прокуратура передала дело в суд о хищении 3 миллионов гривен государственных денег. Один из главврачей медицинских учреждений города Харькова подписал документы о том, что принял 8000 альбомчиков для новорожденных, которые суммарно, исходя из документов предпринимателя, и составили 3 миллиона гривен. По факту и завышение цены, и альбомчиков было меньше, и предприниматель, и главврач уже в суде. Идет судебное дело, ждем приговор. Теперь кто-то должен решить, что со всем этим делать.